Добро пожаловать в церковь «Новое начало». Мы очень рады, что ты присоединился к нам, и мы будем очень рады служить тебе. Бог благословил нас, и мы хотим, чтобы это благословение, которое есть у нас, оно передавалось другим людям. Поэтому мы высылаем посылки для людей, которые живут в Украине и в России. Мы служим людям, мы молимся за них, и мы готовы будем служить тебе и молиться за тебя. Если у тебя есть какие-либо нужды, просто пиши нам в чате, пиши нам на e-mail, и мы будем рады просто разделить ту радость, которую Господь дал нам. Пред тобой здесь на коленях вновь.
Мир тебе, дорогой друг. Мне вновь приятно быть с тобой в общении, на связи. Слава Богу, то, что ты подключился на этой неделе к нашим служениям. Я знаю, что люди с Украины, с России, с разных стран на территории бывшего Советского Союза смотрят. Слава Богу, то, что мы имеем общение такое друг с другом. Раньше нужно было 100 лет назад ехать на лошадях, чтобы увидеть друг друга, услышать друг друга или писать письма, которые шли неделю. Сегодня мы можем видеть друг друга вот прям в таком формате, друг друга, практически в прямом эфире. Мы можем созваниваться, общаться, видеть друг друга, молиться друг за друга. Слава Богу за эти возможности. Также хочу сегодня сказать, что мы начинаем новую серию проповедей. И следующие несколько недель мы будем говорить о невидимом мире. Насколько невидимый мир, он является реальным миром для верующего человека. У меня есть слово, которое хочу поделиться с тобой. И в конце этой проповеди я хочу совершить особенную молитву за тебя. Особенную молитву. Поэтому открой свое сердце. Скажи: Господь, говори ко мне, помоги мне услышать, понять, почувствовать этот духовный мир. Открой мои глаза, открой мои уши, чтобы слышать, чтобы чувствовать, понимать, что происходит вокруг меня, и быть победителем в мире Духа. Бог да благословит тебя. Открывай Библию, давай вместе изучать Слово Божье. Невидимый мир. Вы знаете, Писание очень четко об этом говорит. Апостол Павел говорит, что мы, ходя во плоти, то есть в плоти нашей, он говорит, но мы не по плоти все видим и воинствуем, и сражаемся, и понимаем мир. Апостол Павел очень четко сказал, что если ты видишь оппозицию, проблему, кризис, то, находясь во плоти, мы видим дальше, чем просто физическое какое-то действие плоть. И тема моей сегодняшней проповеди, я так и назвал, это «Мир причин и следствий». Мир причин и следствий. И первая мысль, я хотел бы, чтобы мы с вами порассуждали о двух мирах. И вообще существует два мира или один мир? Очень часто мы видим друг друга, мы видим вещи, которые вот мы можем потрогать, и мы говорим, вот это наш мир. Это наш мир. Это наш физический мир. Вот оно. И потом мы говорим, что, ну, есть еще мир, который как бы невидимый, он другой. Там где живут ангелы, Бог, сатана. И мы как бы говорим, этот мир, он где-то в другом месте. Вот мы здесь, а тот мир где-то там. И когда мы начинаем думать, а где находится Бог? И мы говорим, ну, где-то там. Ангелы на какой-то, наверное, планете, где-то далеко. И мы как бы разделяем эти два мира на два разных мира. И в самом деле, существует ли два мира или один? Все ли то, что мы видим, о, не видим, не является то, что принадлежит нам? Ну, например, если вы видите ветер, вы его не видите, вы его чувствуете, правда? Может быть, кондиционер кто-то чувствует так. Кто из вас чувствует кондиционер? На него дует. Вот хорошо. Вот вы знаете, это невидимые вещи, но вы их чувствуете. Вы не видите звук. Правда? Но звук, он реальный, и он как волны. В невидимом мире существует как волны. То есть, другими словами, есть вещи в нашем с вами мире, которые мы не видим. Но они реальные, они есть, и они как бы часть нашего мира. Интересно то, что апостол Павел, он пишет, говорит в Коринфянам, говорит, знаю одного человека, писал о себе. Он говорит, этот человек, не знаю, в теле, не в теле, в духе, как это было, даже до конца не знаю. Но он был восхищен до третьего неба. И он там увидел Бога, он там увидел славу, он там получил откровение. И мы начинаем думать, а где же это третье небо находится? Где этот мир? Где этот мир? И когда мы об этом думаем,
И нам такое впечатление, что Он где-то там, далеко. Но хочу вам сказать, что в действительности мы настолько осуещаемся, что забываем, что этот мир не там где-то далеко, а это Он прямо сейчас, Он здесь, Он часть нашего с вами мира. Что другими словами происходит? Мы с вами здесь, в этом зале, мы не одни. То есть мы, видя друг друга, мы здесь не одни. Если бы нам сейчас Бог открыл наши глаза, ну, вы бы, наверное, увидели ангелов. Вы бы увидели Иисуса Христа, который пришел. Потому что Он говорил, где вас двое или трое, там. И я посреди вас. То есть Он реально, Он с нами. Он где-то здесь с нами. То есть весь невидимый мир, он здесь, он реальный, он как бы часть нашего мира. Интересно то, что Бог, создавая человека, Он его создал из трех частей. У нас есть дух, душа и тело. Интересно, что наше тело Бог создал для того, чтобы мы общались в физическом мире. В физическом мире. У нас есть 5 органов чувств для общения в физическом мире. Но кроме того, у нас есть и дух, который Бог нам дал для общения в невидимом духовном мире. И дух наш, из чего состоит наш дух? Это интуиция, это наше подсознание, это наша совесть. Это то, что вложено в наш дух. И Бог сказал, что ты, человек, являешься душа живая. То есть у тебя есть разум, чувства и воля. Но тебе дан тело для общения в физическом мире. И тебе дан дух для общения в духовном мире, невидимом мире. Иногда люди пытаются со своими душевными вещами общаться в духовном мире, то есть своими чувствами понять, своей волей как-то проникнуть. Некоторые даже пытаются своими физическими вещами проникнуть в невидимый мир. Но Бог дал дух человеку, чтобы мы могли общаться в невидимом духовном мире. Сегодня хотелось бы главную такую мысль первую сказать, это то, что когда мы воспринимаем этот мир, мир видимый и мир невидимый, мы его разделяем на две части. Но хотелось бы всех нас сегодня привести к тому, что это не два разных мира, это один мир. Один мир, в котором активное участие принимают ангелы, в котором активное участие принимают бесы, Господь наш, и это часть нашего с вами мира, в котором мы с вами живем. И Бог, создавая человека, Он сказал, я хочу, чтобы ты, находясь в теле, мог общаться в мире Духа, в невидимом мире, в мире, там, где есть Дух Святой, я имел общение со Мною. Тебе дан Дух для того, чтобы ты мог общаться в духовном мире. И чем больше, чем сильнее дух внутри тебя, тем более этот мир становится понятным и явным для нас, людей, для тебя. Чем сильнее твой дух, тем твой этот мир духовный, он становится понятней для тебя. И ты уже знаешь, что происходит вокруг него. Поэтому это часть одного мира. И знаете, как бы, хорошая вот эта мысль, но я ее хотел проиллюстрировать тем, как показывает об этом Бог. Сам Бог на страницах Писания, Он нам открыл, показал вот эти два мира вместе. И вторая мысль, где начало вот того, что мы имеем сегодня? Вот сегодня я имею то, что я имею. Сегодня ты имеешь то, что ты имеешь. Откуда все это пришло? Где начало всего? Где начало видимых вещей? И Писание очень четко говорит, апостол Павел, опять автор послания к евреям, говорит, что из невидимого происходит что? Видимое.
Оказывается, что начало находится всего того, что мы видим, лежит в каком мире? В мире невидимом. И он говорит о том, что вначале Бог сказал, Бог невидимый, и стал свет. Бог сказал, да произрастит земля плод. И земля произрастила. То есть мы видим, что начало всего лежит в невидимом мире. Бог говорил, Бог действовал, Бог формировал. Это все отражалось в жизни физическом. Хотелось бы проиллюстрировать эту мысль жизнью Иова. Жизнью Иова. И знаете, я как бы разделил мир на две части. На видимый мир и невидимый. Ну, чтобы, может быть, как-то нам было больше понятно. И что самое интересное, это в невидимом мире мы видим, что был момент, когда была встреча. Книга Иова пишет, была встреча. Бог и сатана. Написано, собрались дети Божьи, с ним пришел сатана. И сатана начал говорить с Иовом, с Богом. И говорит, Бог, я знаю, что у тебя там есть Иов. Кстати, Бог начал этот диалог. И он говорит, да, я знаю. Он благословен, успешен, потому что Иов был богатым человеком. Он был очень успешным человеком. В жизни его было все, благословенно. И ему сатана говорит, я знаю, почему он благословен. Потому что ты, Бог, поставил защиту над ним, вокруг него, вокруг Иова. И поэтому он стал таким. Видите, да, мир невидимый. Он говорит, ты поставил защиту. Поэтому он был успешен, благословен, у него было все хорошо. И потом он говорит, а что если ты испытаешь его? Уберешь эту защиту? И мы знаем, что когда Бог убрал защиту, что произошло? Произошла болезнь, произошла смерть, произошла потеря. То есть вот это как бы линия между мирами, это как бы время. То есть когда Бог после этой встречи с сатаною, они как бы решили испытать его, то результатом того, что было в невидимом мире, соглашение, отразилось то, что мы читаем в Иова в 1 главе 14 стихом, там написано, что принесли весь, потеря скота, потом потеря домов, детей. Мы видим, трагедия одна за другой пришла, и в конечном итоге болезнь Иова. То есть, как результат этого, мы видим, что произошло. И вы знаете, потом всю эту агонию Иова в физическом мире, он стал больным, прокаженным, сидел и говорил, Боже, что происходит? Что произошло? Где? Как? В чем причина? Оставаясь в физическом мире, как бы рассуждая об этом, он понимал, что причина потери сокрыта в невидимом мире. Причина болезни сокрыта в невидимом мире. Причина смерти детей сокрыта в невидимом мире. Он это понимал. И где-то в своем он как бы пытался кричать, понимать. Бог не отвечал. Было ли причиной болезни и смерти детей грех Иова? Нет. Хотя в большинстве случаев это так. Но в его моменте это не было так. Но что мы видим дальше? Что произошло? Он оставался быть каким? Святым, верным. То есть мы видим, что в невидимом мире он оставался быть святым. Он оставался на Бога не произносить хулы, как ему советовала ему супруга. В невидимом мире он остался святым, без всякой обиды, зла, разочарования такого. Он оставался верным Богу.
И потом, как результат этого, мы видим, что с ним произошло. Последнее – это восстановление, это благословение. Бог опять восстановил его жизнь и говорит, мы испытали его. Он прошел испытание. Смотри, он остался верным, и Бог его, написано, еще больше благословил, чем он был благословен до этого. Несколько вещей хотел бы здесь сказать. Первое – это то, что мы видим, Библия нам показывает конкретная взаимосвязь духовного мира с физическим, что мир причин и следствий, вот они, два эти мира, они как бы разные, но они одно. Они очень реально влияют друг на друга. И когда испытал он, Бог, этим самым Иова, Иов вышел совершенно другим человеком. Вы знаете, что испытания делают человека другим? Кто из вас знает это? Знаете, что самое интересное, что после испытания, если человек правильно приходит испытание, он совершенно становится другой человек. Он тогда видит невидимое. Он тогда слышит то, что невозможно услышать этими ушами. Он тогда живет совершенно в другом мире. Но кто из нас любит испытания? Кто из вас любит испытания? Кто из вас, учась в школе, любил тесты? Никто. Вы знаете, что самое интересное? Мы никто не любим тесты, испытания. Однажды Давид в своем таком как бы состоянии, духовно зрелом состоянии, он сказал в 138-м псалме, он сказал, «Господи, испытай меня! Испытай меня, Боже!» И узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и не зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Интересно, что в английском языке стоит слово «test me». Не хочется молиться такой молитвой, когда ты смотришь вот так просто. По-человечески. Давид, осознавая глубину этого мира, духовность этого мира, все то, что может произойти в результате испытания, теста, он пришел и говорит, Господь, вот он я, испытай меня. Смелый ты человек, Давид. И когда Бог ему говорил, выбирай три вещи, он сказал, лучше впасть в руки Божьи, чем в руки человека. К чему я хочу сказать? Мы все не любим тесты, правда? Ну, а по-другому скажу. Кто бы из вас захотел полететь на неиспытанном самолете? А кто бы из вас хотел сесть в машину с неиспытанными тормозами? Но мы понимаем, что тест, насколько мы его не хотим, но мы понимаем, что что-то может произвести этот тест, это испытание. О чем мы говорим сегодня? Мы говорим о том, что сегодня есть взаимосвязь между видимым миром и невидимым миром. Все то, что мы сегодня имеем с вами, это то, что до этого, слышите, до этого произошло в невидимом мире. А то, что произошло в невидимом мире до этого, оно отразилось, оно повлияло на то, что до этого произошло в невидимом мире. И мы видим такую взаимосвязь видимого и невидимого мира. Я знаю, что некоторые из вас, Господи, а что, как быть? А что вот сейчас мне делать? Вот как мне сегодня жить, чтобы вот эти вещи в моей жизни произвели хорошие вещи? Сегодня вот третья моя мысль, это... Позволь Богу благословить тебя. Позволь Богу благословить тебя. Опять же, если мы смотрим на жизнь Иова, мы видим, что ограда, которую Бог поставил над ним, над Иовом, это была ограда, поставленная Богом.
И мы знаем, что с самого начала, что произошло, была встреча. Но до этого, в невидимом мире, что было? Это то, что он получил благословение, он получил здоровье, он получил успех до этого, до этой встречи. Было все хорошо. Он был благословенным человеком. У него в жизни все было. Скота много, детей было, у него был успех. Реально, Писание говорит, и историки говорят, что в то время Иов был одним из процветающих, богатых, успешных людей того времени. Как бы я не хочу ставить ставку только на богатство, на это, но то, что в действительности он был успешным, это правда. Но что интересно, что благословение, вот это здоровье, успех, это было результатом чего? Результатом ограды в невидимом мире. Каким-то образом Бог поставил защиту вокруг него. Было ли это забор, человеческим языком, да, если говорить? Была ли это крыша, человеческим языком говоря? Мы не знаем. Но мы знаем, что это была защита, которую поставил над ним Бог. Поэтому у него в жизни вот так все складывалось. И потом, когда ты думаешь, Господи, а что ж такого было в Иове, что ты решил поставить эту защиту? Господи, я тоже хочу, чтобы ты поставил защиту надо мною. Я тоже хочу, чтобы была ограда, защита. Я хочу. Кто из вас хочет этого? Все хотят. Интересно то, что защита была не только над ним до этого. Была над всем его семейством, над его детьми. Была от Бога защита. Когда я думал, молился, читал, Господи, почему ты поставил? Что было до этого в видимом мире? Что делал Иов? Что делал? Ты же не просто взял и поставил защиту. Правда? Что было до этого? До этого в видимом мире мы видим тоже что-то произошло. Мы видим позиция Иова. Когда мы читаем несколько мест Священного Писания, давайте прочитаем. Иов, 1 глава, 10 стихом, написаны такие мысли. «Но не ты ли Бог, — это говорит сатана, — не ты ли Бог оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благоволил, благословил, и стада его распространяются по земле». Потом мы читаем, почему, вот причина. 1 глава, 8 стих написано. «И сказал Бог, Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». То есть это краткая характеристика Иова. Первое. Его позиция в невидимом духовном мире. Он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И второе, что делал Иов, записано в 4 и 5 стихе. Это сыновья, когда они сходили, сделали пир, общались. После этого, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. То есть мы видим, что было две вещи, которые были вот в жизни Иова. Почему Бог поставил защиту? Вот первое, это то, что он изо всех сил старался жить для Бога. Второе, это то, что он просто совершал такие особенные молитвы, жертвоприношения, жертвы, когда он просто призывал Бога, говорил, Господь, очисти их, освети их, поставь защиту твою. Он приносил туда овец, коз, убивал, приносил ветхозаветные эти жертвы, жертвовал, говорил, Господь, Боже, ты поставь защиту. Вот две вещи, которые известны об Иове. И в результате этого Бог просто взял, увидел сердце его, и он просто поставил защиту над ним. То есть мы видим
несколько вещей, вот, о которых я здесь размышляю. Вот так Библия нам, книга Иова, показывает эти два мира. Бог нам сам показывает, говорит, вот, смотри, невидимый мир, встреча, решение, моя защита. Вот видимый мир, жертвоприношение Иова, какое-то желание праведности, справедливости, святости. Потом его жизнь, его верность, его как бы состояние, где он даже в сложные моменты верен был. То, что было в его жизни. Когда я об этом рассуждаю, это так, как Библия нам открывает. Но что меня еще интересно потрясло здесь, это то, что, знаете, каждый из нас, мы пытаемся ответить или объяснить все, что происходит с нами. Объяснить, правда? Мы пытаемся объяснить. Например, кто-то попал в аварию. Мы говорим, он попал в аварию, потому что текстовался или там разговаривал по телефону, потому что. Мы объясняем, да, потому что. Или там произошло что-то у кого-то, с бизнесом не получилось, потому что меня кинули, да? Потому что каждый человек пытается объяснить. И Иов, когда он сидел в этом состоянии, он пытался понять, Господи, почему это со мной происходит? Я к Тебе взываю, Ты не отвечаешь. Почему? Приходит к нему вот мысль. И он озвучивает эту мысль своими собственными устами. И он говорит, чего я боялся, то и постигло меня. То есть, знаете, я даже пытаюсь проникнуть вот эту вот, как бы, картину и понять, что произошло с ним, где этот страх взялся, откуда он взялся, что было вот в начале, почему, что привело в движение вот этот момент. И знаете, что я вижу? Я вижу, что страх – это открытая дверь. Это открытая дверь для невидимого мира. Страх и вера – это одно и то же. Только с разными зарядами. Это негативный, это положительный. Страх, он открывает двери для бесовского мира, придя к Богу, сказать, Бог, я имею право влезть туда. Он влазит. Было ли первично его страх, прежде нежели была эта встреча? Вполне возможно. Но когда человек, он имеет веру, вера, она открывает дверь для Божьих ангелов, Святого Духа действовать в жизни человека. Когда Иисус приходил в общество людей некоторое принимало Его и говорило, Господь, действуй, действуй, мы знаем, Ты можешь. И Бог исцелял, Бог действовал, Иисус действовал. Получалось, когда Он приходил в свое селение, они говорят, да, мы знаем Тебя, проповедник. Ты с нами вырос. Мы слышали Твои разговоры. Мы слышали Тебя много раз. Двери закрылись. В невидимом мире двери закрылись. Ангелы, Святой Дух, они сказали, мы ничего не можем сделать. Мы не можем ничего сделать. Мы не можем поставить защиту. Мы не можем поставить милость. Бог от Тебя, которую Ты даже желаешь дать. Сегодня моя мысль ко всем нам такая, что мир невидимый – это реальный мир. Он реальный. Друзья, он реальный. Он реальный. Однажды пророк сказал своему слуге, или даже молясь Богу, он сказал, Господи, открой ему глаза. И когда он открыл глаза, он увидел, о-о-о, так с нами больше. С нами больше.
с нами больше. Потому что Он увидел не своими физическими глазами, Он увидел глазами духовными, глазами Духа. Он увидел это. Сегодня что хочу сказать этим самым? Что, друзья, мир невидимый, он естественный, он натуральный, он наш с вами мир. В этом мире сегодня призван жить ты и я. Бог вложил в тебя дух для того, чтобы ты мог общаться с невидимым миром. В тебе есть дух, который может общаться с невидимым миром. И апостол Павел говорит, соединяющийся с Духом Божьим есть одно. Как ты можешь сегодня соединяться с Духом Божьим, когда в твой дух, внутрь тебя, ты соединяешься с Богом, говоришь, Господь, я открываюсь для тебя, я знаю, что ты Бог, что ты хочешь всего самого наилучшего, что ты хочешь, Господи, прославиться, что ты хочешь изменить жизнь, я хочу жить с тобой. Когда ты его начинаешь прославлять, поклоняться, в этот момент происходит соединение твоего духа с духом невидимым, духом Божьим. Потом что происходит? А потом, как апостол Павел говорит, не знаю, в теле я был, не в теле я был, не знаю. И вдруг, ты находясь прямо здесь, в церкви Новое Начало, прямо здесь, твое тело сидит на этой скамейке, но ты чувствуешь небеса. Потому что небеса, они не находятся там, где-то, на другой планете. Небеса находятся здесь, в другом измерении. Это состояние, в которое ты можешь входить, телом находясь здесь. Это состояние, в котором ты можешь своей интуицией, своим подсознанием просто открывать сердце свое и говорить, Господь, я принимаю Тебя, я принимаю жизнь, я принимаю исцеление, я принимаю милость Твою, Бог, мудрость Твою. И в этот момент твоя вера, она активизирует. Ангелы Божьи, они стоят и говорят, все, мы начинаем действовать. У нас есть право, легальное право действовать в жизни этого человека. Они приходят, и ты смотришь, в жизни начинается какое-то устройство, какое-то течение. Ты видишь, ты идешь сюда, а Господь говорит, праведник во всем, что он не делает, он успеет. Приходит успех. Почему? Потому что ты удаляешься от зла, ты ищешь Господа. Позиция праведника. Дух твой соединен с Богом. И когда твой дух соединяется с Богом, что происходит? А Дух Божий, он проникает и глубины Божьи. Друзья, это мир до конца непонятный слабому духу, духу мертвому. Этот мир непонятен духу, который забыл, что такое соединение со Святым Духом. И такой человек, он сидит и говорит, подожди, классно, но я не понимаю. Я не понимаю. Хочу сказать вам слово от Господа. Есть некоторые на этом месте люди, которые давно исполнялись Духом Святым. И ваш дух, он просто умирает. Он просто умирает, поэтому вы не видите, вы не чувствуете, вы не слышите. А Дух Святой, он хочет пробудить тебя, чтобы ты мог, находясь в теле, исполнение Святым Духом это невозможно. Почему? Потому что когда Он приходит, тогда Он приносит святость, тогда оживает твоя позиция в Боге, тогда ты имеешь полное дерзновение. Слышите? Полное дерзновение. Приходить к престолу Божьему, престолу милости, к
для того, чтобы обресть милость и благословение для благовременной помощи. Друзья, это вещи реальные. Это реальные вещи. Их нельзя потрогать, но вот они. Они рядом с нами. Вы чувствуете. Вы чувствуете сейчас Дух Божий. Вы чувствуете состояние, что-то. Господи, я что-то понимать начинаю. Знаешь, что происходит? Дух Божий, Он просто начинает работать. Потому что Он здесь. Здесь ангелы, здесь Святой Дух. Как я сказал, где вас двое, там и Он. Иисус, где ты? Он внутри тебя. Впускай Его в свое сердце. И ты будешь видеть, как все преображается. Еще одно интересное место. В Ефесянам, в 1 главе, 3 стихом написано так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы знаете, где эти небеса находятся? Не там, не там. Это невидимая сфера. Небеса здесь. И здесь Иисус восседает, Он царствует здесь. И Бог говорит, вот в этом, в небесах, я имею все благословение для церкви моей, для каждого человека. Имею все благословение. Во Христе Иисус, все необходимое для жизни. Осталось только церкви, тебе, мне, входя в невидимый мир, мир Духа, посредством соединения со Святым Духом. Говорит Господь, я принимаю жизнь, милость Твою. И потом, когда ты входишь в это состояние Духа, ты же говоришь, Господь, прямо сейчас прошу Тебя, поставь защиту надо мною, над моей семьей, над моими детьми, над моим бизнесом. И в этот момент происходит, Бог ставит защиту свою. И потом сатана пытается стрелять, пытается разрушить, и он не может. И потом приходит и говорит, Бог, ты благословил Василия, ты благословил Петра, ты благословил Павла. Я ничего не могу сделать, потому что ты, Бог. Господь скажет, да, я знаю, это я. Я хочу благословлять, и я благословляю, и я поставляю защиту, потому что он, удаляющийся от зла, потому что Он, ищущий меня, Он любит меня, потому что Он приносит жертву за детей своих, за себя, освящая их, потому что родители освящают детей своих своим статусом в духовном мире. И когда это они делают, сатана не может приступить к ним. Аллилуйя, слава нашему Богу! То, что Бог сегодня может поставлять защиту, охрану в жизни верующего человека. Хочу помолиться за тебя. Хочу помолиться о тебе, чтобы Бог поставил в твою жизнь такую же защиту, как Он поставил в жизни Иова до того, как вся трагедия произошла с ним. Что даже сам сатана не мог ничего причинить в его жизни. Бог его благословил, дал ему защиту, мудрость, успех в деле рук его. Я знаю, что каждый человек желает этого. Я знаю, что ты этого желаешь. Я знаю, что сегодня это возможно. Если Бог это сделал когда-то, Бог сегодня это может сделать в твоей жизни. Веришь ли ты в это? Если ты веришь в это, значит, это возможно. Что для этого необходимо сделать? Вот просто сейчас скажи, Господь, я хочу быть праведным. Я хочу удаляться от зла. Господь, прости меня. Помоги, чтобы эта твердость внутри меня была. А потом просто скажи, Господь, я нуждаюсь в Тебе, чтобы Ты поставил защиту. И я помолюсь вместе с Тобой. Помолюсь за Тебя. Окей? Во время этой молитвы просто пусть это будет крик твоей души, вопль твоей души. Аминь. Давай помолимся. Отец Небесный, приходим к Тебе, Богу нашему. Богу всемогущему, Богу, который обитаешь в невидимом, неприступном для наших человеческих глаз свете.
но мы знаем, что Ты близок рядом ко мне. Близок и рядом сейчас к другу моему, брату, сестре, которые смотрят сейчас. Господь, я знаю, что Ты наполняешь их комнату. Ты наполняешь их место, где они находятся. Я знаю, что Ты там сейчас. И Ты проникаешь в сердце человека. И ждешь решения посвящения. Сегодня, Господь, я молю Тебя за друга моего. Пусть, Господи, придет святость Твоя, придет мир Твой святой, придет, Господи, праведность Твоя. Пусть, Господи, внутрь придет это решение служить Тебе, удаляться от зла, искать праведность, жить Тобою. Господи, Боже, двигаться Твоими приоритетами. И сейчас, прямо сейчас, я прошу Тебя, поставь защиту Твою над другом моим. Так как однажды Ты поставил над Иелом, сегодня, прямо сейчас, Господь, поставь эту защиту, чтобы сатана, тьма не смогла причинить вреда ни ему, ни его семье, ни его работе, бизнесу. Все то, что Ты ему даешь, Господь, пусть будет защита Твоя, охрана Твоя и благодать Твоя над ним. Господи, помилуй, распространи предел, умножь веру, да будет милость Твоя в жизни каждого, кто сейчас молится вместе со мной. Господь, Боже, да будет милость в семьях, в работах, в здоровье. Господь, да будет защита Твоя во имя Иисуса Христа. Господи, если кто-то болен, исцели прямо сейчас. Если кто-то нуждается в милости, в работе, помилуй, Господи. Да придет мудрость Твоя. Реши этот вопрос во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Мы Твой народ. Мы дети Твои. Мы живем на этой земле, чтобы прославить Твое имя. Господь, слава Тебе. Мы любим Тебя. Благодарим Тебя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я знаю и верю, что такая простая молитва для Бога очень ценна. Аллилуйя. Может быть, в своей жизни ты никогда не принимал Иисуса Христа личным спасителем, никогда не приглашал Иисуса войти в твою жизнь. Ты слушаешь, ты смотришь, ты не знаешь, о чем идет речь. Хочу тебе сказать, сегодня ты можешь изменить свою жизнь до конца дней твоих. Каким образом? Если ты просто скажешь: Иисус, я тебя не вижу, но я знаю, что ты есть. Войди в мою жизнь. Прости мой грех. Я знаю, Господь тебя простит. Я знаю, Господь войдет в твою жизнь. Если сегодня я обращаюсь к тебе, ты, может быть, осуетился, грех вошел, или никогда не принимал Иисуса Христа, покайся, обратись, прими его в свою жизнь. Там, где ты находишься, не нужно никакой официальный, просто искренне скажи: Господь, прости, войди в мою жизнь. Я верю, Господь войдет. Аминь. Давай помолимся. Повтори эту молитву за мной. Господь Иисус, я признаю Тебя личным спасителем. Прости мой грех. Прости всю жизнь мою. Войди в мое сердце. Войди в мою жизнь. Я хочу служить Тебе. Я буду служить Тебе. Я посвящаю Тебе все дни жизни моей. Помоги мне, Господь. Благодарю Тебя. Тебе слава, хвала вовеки. Аминь. Я поздравляю тебя, если ты молился этой молитвой со мной. Я уверен, в духовном мире что-то произошло сверхъестественное. Иисус вошел в твою жизнь. И ты получил новое рождение, рождение от Бога. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Дорогие друзья, на этом наше служение подошло к концу. Бог да благословит каждого из вас. Пишите нам, говорите, какие у вас есть вопросы, нужды, все, что происходит в вашей жизни. Мы, церковь, служители, мы готовы молиться, поддерживать вас. Бог да благословит вас. Присоединяйтесь каждую неделю на этой платформе. Подписывайтесь на наш Facebook, заходите, давайте будем общаться, переписываться друг с другом. Бог да благословит тебя
и увидимся через неделю.